В ближайшее время предстоит выполнить центровку и окончательную установку двигателей. Затем специалисты приступят к электромонтажным работам, покрасят корпус, сообщается на сайте судостроительного завода «Вымпел». После спуска на воду «Комета» будет отправлена для проведения отделочных работ и ходовых испытаний на Черное море. В следующий сезон планируется начать эксплуатацию «Кометы» на маршруте Сочи-Крым. Такой вид транспорта курсировал по морям и рекам нашей страны еще в советское время. В СССР выступили около сотни таких кораблей, часть из которых пошла на экспорт. Это было сравнительно небольшое – 35 метров в длину и 11 метров в ширину – быстроходное судно, предельная скорость которого составляла 60 км в час. Вместимость варьировалась в зависимости от модификации, но в среднем составляла 120 пассажиров, сообщает администрация Сочи.